WhatsApp, Бенчик! Ты-то пока на проводе! И прямо сегодня, братанчик, я тебе расскажу абсолютно все про новое обновление 0.24.0! Я тебе расскажу про новый опасник, про новую карту, про новый режим и самое главное, я тебе расскажу точную дату выхода этого обновления! Поэтому, братик, присаживайся подобнее, а мы стартуем! То есть ты подумал реально, что я тебе не подарю эту бабочку? Братанчик, это бабушка твоя! И чтобы получить, это первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий и твой ID. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца, без примоток. Все, погнали! У меня, как у коня. Вы спросите, Кента ПК, а зачем ты нам это говоришь? Знаете почему? Да потому что первое, о чем хочу сказать, это конь. Возможно, это братика вернут обратно на провинцию. Ща пруфану. Ничего странного не замечаете, а? Да это же тот самый конь, который был когда-то давно на прове. На вот этой самой провинции. Ну скажите честно, братва, плакать хочется, да? Мне наворачиваются слезы, конь. Ха-ха-ха. Я бы на тебе поскакал. Плюс комментарий, кто бы тоже. Ой, блин. Запашок, конечно, такой себе от коня. Короче, ребят, смотрите внимательно. Возможно, этого коня вернут обратно. Но не прям на центр провинции, а скорее всего сделают обратно какую-то пасхалку в виде коня. То есть, возможно, коня куда-то запрячут. И я буду очень сильно его ждать. А вот на этом моменте я вам скажу дату обновления. Я говорю сразу, откройте рот, потому что ща отлетит челюха моментально. Потому что у нас есть точная дата выхода нового обновления. Ну как точно? Я бы сказал, у нас есть два варианта выхода обновления. Давайте еще начнем с первого варианта. Первый вариант, что обновление выйдет примерно... Так. Стопарики-комарики. Вариант номер один недействительный, потому что в прошлом году разработчики выпустили трейлер только 19 августа. А до 19 августа, то есть все лето, вообще ничего нормального толкового не было. То есть не было обновы. Но походу в этом году разрабы решили нас порадовать и решили все-таки выпустить обновление этим летом. Летнее обновление летом, как непривычно. Ну и второй вариант, который самый вероятный. Ну а для этого варианта нам необходимо просмотреть еще трейлер. Вы скажете, что за трейлер, что это означает, я все расскажу. Есть даже инфа от разработчиков, только никому. Ну а это попозже. Ну а пока что мы говорим о дате обновления. Смотрим трейлер, все нормально, чики-бамбони. И прямо сейчас будет один очень интересный момент. Вы что, ничего не заметили? Вы ничего не заметили? Давайте еще раз просмотрим. А вот так! Еще опять не видите? Давайте еще увеличу! А вот так видно? Не, ну хотя бы вот так видно-то! Короче, пацаны, посмотрите. Там в кружочечке объединена цифра 9. Что же это означает? Это означает, сколько сантиметров у главного разработчика. Извиняюсь. Я надеюсь, что это означает дата выхода обновления. То есть обнова выйдет 9 числа следующего месяца. А именно 9 июля. Ребят, я вначале говорил, что есть два варианта. Но я так присмотрелся, кажется, есть три варианта. Потому что если посмотреть еще ближе, желтым цветом выделены еще две даты. А именно 24 и 25 число. То есть обнова выйдет или 9 июня, или 24 или 25 числа этого месяца. Поэтому будем очень сильно его ждать. Ну а теперь давайте немножко поговорим про будущее обновление. Что же 100% надо ждать? Так вот, первое, что надо 100% ждать, это новый режим. Что же это будет за режим? Будет один робот с вот такой вот пушкой, которую вы прямо сейчас видите на экране. Да-да-да, и этим роботом может стать любой из вас. А суть остальных игроков просто его замочить. То есть это самый банальный режим. Поэтому, ребята, не надо сильно радоваться и думать, что это будет супер крутой режим. К сожалению, это дефолт, скажу честно. Кастомизация! Возможно, в этом обновлении будет кастомизация, скажете вы. Давайте посмотрим ответ разработчиков. Давайте. Недавно мы запускали опрос, чтобы узнать мнение игроков о кастомизации. И что же и сказали? Там действительно был вариант с оперативниками. Результаты получились интересные. Но это не значит, что какой-либо вариант появится в игре в ближайшее время. Но мы не сомневались. Разработчики всегда делают опросы, потом ничего не вводят. А может быть, вы клиент-сервер лучше добавить, уважаемые? Опа, так оказывается, разработчики сами сказали инфу про летнее обновление. Давайте посмотрим, что же им сказали-то, а? Безусловно, во внутреннем графике AxelBolt дата уже стоит. Но, как часто бывает, сроки могут двигаться из-за различных факторов. Тестеры нашли критичные... Ну, короче, обновы через полгода. Баги в главных фичах обновления или тесты прошли хорошо.
но мы нашли способ улучшить функционал нового контента. В летнем ивенте будет несколько очень смелых решений, которые точно никто не ожидает. А тематика летнего ивента... Точно никто не ждает. Вы еще клиент сервера реально добавить или нормально течит? Ох, я уверен, она вызовет одновременно шок и теплое чувство ностальгии у наших игроков. А знаете, что это означает? Скорее всего, чувство ностальгии. Скорее всего, то, что вернут обратно коня! Буду почтены, конь будет 100%. Очко вам это стоит. И, конечно, ребята, я прекрасно понимаю, что же это за обнова, если у вас нет голдишечки. А знаете, где взять голдишечку? Конечно же, на нашем самом любимом булдропщике. Тем более, там вышел очень крутой ивент, в котором ты просто заходишь каждый день, и потом в итоге можешь получить билеты. И за эти билеты ты можешь в итоге получить 1 000 000 голдишки. Ну и это не все. Также добавили булпасик с очень крутыми наградами. Но по моему промику, который находится закреплен в комментарии, ты получишь вообще халявный кейсик. Поэтому, братанчик, действуй. Ну что же, а мы идем дальше. Ну а прямо сейчас вам покажу самую крутую реализацию летнего обновления. Ну что же, давайте смотреть. Первое, что вижу, новый голд пассик под названием Greek Operation. Дальше, что же мы видим? Обновленную статистику. Вы посмотрите, насколько же удобная и она детальная. Плюс даже есть раздел достижения. Что за достижения, расскажу немножко попозже. Также почти посмотрите на вот эту ерунду. Вы скажете, что это такое? А это именно ваша статистика как игрока. То есть, если вы никого не кибербулите, то у вас, например, будет много вот таких вот лайков, ну и тому подобное. Вы поняли, очень прикольная штука. И за это лайк. А вот это, ребята, раздел достижения. Если ты будешь выполнять определенное задание, ты будешь получать голдишку. Как же я был бы рад, если бы это была правда. Но зная наших с вами разработчиков, походу это вряд ли. Но, уважаемые разработчики, если вы все-таки решите нас продать, то добавляйте. Дальше есть такая штука, как таблица лидеров. Что же это такое? Это общий топ по ММРу. Если, например, есть какой-то очень сильный, хороший игрок, то он будет находиться на первой позиции. Ну, например, такой игрок, как Кента ПК, будет находиться примерно на 1001 месте, мне так кажется. И то, если повезет. О, кстати, смотрите, есть еще фильтр по миру или, как я понимаю, по странам. Так, а вот это наш инвентарь. Вот тут, ребята, самое-самое интересное, потому что теперь под каждым скином сразу же пишется название коллекции. Удобно ли это? Да. Но это удобно только для новичков. Лично мне это не надо. Ну, блин, ну реально, лишний текст. Зачем? Я и так уже знаю, на Иисусе дикая коллекция. Так, ребята, прямо сейчас мы посмотрим одну очень прикольную штуку под названием «История цены». Что же это такое? Вы сможете узнать, как менялась цена за определенный промежуток времени. Например, в 2019 году AVM 2 Years стоил 1000 голды. Удобно ли это? Это очень удобно, потому что вы будете знать, какие скины дорожают и какие скины можно покупать. Например, AVM 2 Years можно покупать с совета. Так, а прямо сейчас я вижу нечто нереальное. Это обмен скинами! Что? Это обмен скинами, я не шучу. Вы видите эту кнопочку? Вау, а как это работает? Блин, ребята, это, конечно, неждан. Обалдеть. Так, а вот прямо сейчас вам показываю, как поднять ту самую статистику, вашу личную, как игрока, о которой я говорил ранее. Вы можете любого игрока похвалить. Ну, например, меня можно было бы похвалить по причине наставник, потому что, ребята, Кента ПК. Наставник маслят! Маслят! Да! Извините, не сдержался. Так, ну что же, смотрим дальше, что еще есть прикольное. Так, опа-па, новый режим, та ты шо, новый режим, ребята, вот он, тот самый режим, который мы видели в тизере. Также новая карта Грик. Мать моя женщина. И, кстати, да, кастомный лобби теперь не надо создавать отдельно. Ты просто нажимаешь создать лобби, а потом уже сверху выбираешь кастомный лобби или обычное. Ну, кстати, да, это тоже было бы очень удобно. За это лайк. Агальсики также немножко изменили лобби. Я чуть не пойму, что изменили. А, я понял. Во-первых, цвет лобби изменили. И снизу справа, видите, поменяли вот немножко вот эту плашку. Ну, просто поменяли плашечку. Ты что, как классно. Так, это настройки кастомного лобби. Тут, в принципе, ничего с тобой не поменяли. Добавили возможность ограничивать карту. Вот за это лайк. Вот я бы играл бы, например, со всеми с вами кастомным лобби. И ограничил бы карту, чтобы никто меня не обходил через мид. О, вот это было бы, кстати, реально очень круто. Блин. Слушайте, мне нравится. Я кайфую.
Ну что же, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас напишите в комментариях, что же вы ждете больше всего из этого обновления. Также обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И самое-самое главное, инфу от разработчиков про это обновление я загрузил ко мне в телеграм-канал. Там будет именно инфа от разработчиков. Я не шучу, потом, братанчик, максимально бегом переходи, подписывайся на мой ютубчик и на мой телеграмчик. Все, ребята, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.